Вице-министр провел совещание с руководством и специалистами Алтынтау Кокшетау. Для работников и гостей был проведен подробный инструктаж по технике безопасности. Далее генеральный директор предоставил информацию о специфике предприятия. Алтынтау – это предприятие с полным циклом, начиная от разведки и заканчивая выпуском товарной продукции. Представлен АЗИФ крупным дроблением, средним дроблением, тонким дроблением. Применяются роторные дробилки волковые производства Weir Minerals. Ну, это Weir Minerals английское, но в то время было KHD германское. Поэтому мы так говорим немецко-английское оборудование. Стоит отметить, Алтынтау Кокшетау является крупнейшим предприятием по добыче золота во всем Казахстане. Здесь перерабатывается 8 миллионов тонн руды в год. Такому результату способствуют квалифицированные специалисты и современное оборудование. Важное для страны предприятие. Есть что показать. В 2015 году мы проводили правление инициативы прозрачности добывающих отраслей, представители 52 стран, которые даже здесь были в Астане у нас, мы помним, направляли сюда. Поверьте, после этого имиджевая картина Казахстана на общем фоне очень выросла. И до сих пор это является таким хорошим трендом. Хотел пояснить, сегодня в составе вместе со мной находятся сотрудники департамента недропользования, который осуществляет как раз таки координацию работы по контрактам на недропользование по всей территории страны. Руслан Баймишев смог лично оценить техническое оснащение предприятия. Также вице-министру индустрии и инфраструктурного развития были продемонстрированы горные работы со смотровой площадки. Завершающим этапом специалисты Алтынтау Кокшетау смогли задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. Обсуждались и проблемные аспекты работы. Александра Гауэр, Джерсен Умерзак, Рахат Жумабек, Кокши Акпарат.